Политический обозреватель Валерий Карбалевич прокомментировал спонтанное выступление Александра Лукашенко, касающееся частного бизнеса. Выступление состоялось на Всебелорусском народном собрании, которое произошло 11-12 февраля в столице. Казалось бы, совершенно безобидное выступление руководителя Бизнес-союза предпринимателей и нанимателей. Жанна Тарасевич вдруг заставила Александра Лукашенко взять слово. Выступая на собрании, Жанна Тарасевич обратилась к правительству с традиционными пожеланиями не кошмарить бизнес и обеспечить равенство частному и государственному секторам. Однако после ее выступления Александр Лукашенко возмутился самим фактом того, что частник зарабатывает больше, чем их работники. Он назвал бизнесменов мерзавцами, пообещал, что их будут душить и пешников приведут в сознание. Из-за рубежа мерзавчики, даже не мерзавцы, а мерзавчики, обратились. День солидарности в понедельник был. Какой-то день был? В понедельник? Сто с лишним. Сколько там вот председатель комитета у меня за спиной сидит? Сколько мы в Минске таких обнаружили предприятий? Около 200 предприятий вот этих вот бизнесменов закрылись в знак солидарности. И кто они? Они что, дефицитные у нас? Отдельные торговые точечки, отдельные там кафе и прочее, говорил Александр Лукашенко. Моя позиция. Скажите, как я должен был поступить? Или вы на моем месте? Я предупредил комитет госконтроля. Закрылись, не мы же закрывали, и чтобы ни одно не открывалось, пусть лучше съедут, чем здесь перевернут страну, заявил Лукашенко в своем выступлении. Эксперт Валерий Карбалевич сделал выводы, что никакого равноправия между государственными и негосударственными секторами не будет. Частные компании будут вырезать, приводит Валерий Карбалевич слова Александра Лукашенко. Давно мы не слышали такой ненависти из его уст до негосударственного сектора против богатых в общем. Разве что такое звучало в 1990-е, когда Лукашенко назвал бизнесменов вшивыми блохами. Сейчас он возмутился самим фактом, что бизнесмены зарабатывают больше, чем их работники, пишет в своем телеграм-канале Валерий Короболевич. С чего вдруг такой взрыв ненависти к частному бизнесу? Из его намеков стало понятно, что причина здесь исключительно политическая. Во время острого кризиса прошлого года бизнес не поддержал Лукашенко. Вот и вся причина, и Лукашенко руководствуется принципом «кто не с нами, тот против нас». Все, что нелегально ему в стране, должно быть истреблено, считает обозреватель. Возникла ситуация, когда когда выживание существующего режима и развитие частного бизнеса стали противоречить друг другу. Кто-то в этом противостоянии должен уступить, уверен Валерий Карбалевич. Ставь лайк, подписывайся, выражай свое мнение в комментариях под роликом и не забудь нажать на колокольчик.